Не пора ли сделать Минск-3? Только уже не на уровне Москва, там вот это вот, значит, нормандский формат и так далее, и так далее. А Минск-3, пусть название такое будет, это любые люди со стороны ДНР, ЛНР, сразу говорю, так называемых, с которыми оговаривается дальнейшая жизнь этих регионов. Ох, что сейчас начнется. И вот тут я хочу самое главное сказать, почему мне интересен этот вопрос. Мне кажется, что если подождать еще некоторое время, а время будет длинным, как мне кажется, да, пока Украина там, так сказать, это самое, а потом Украину будут заставлять, чтобы она не воевала. Мне кажется, что там появятся свои элиты, которые забудут об Украине и не захотят уже с Украиной иметь дело. Так вот, формулирую вопрос. Нужен ли Минск-3 относительно оси Киев и Донецк-Луганск? Дозвольте, пожалуйста.